С начала года наркополицейскими республики было проведено десятки рейдов по кальянным клубам столицы. Задержаны сотни молодых людей, злоупотребляющих наркотиками. Об этом говорили на совещании в Главном управлении госнаркоконтроля. На встречу также были приглашены представители налоговой службы и хозяева ночных клубов и баров столицы. Подобные беседы с предпринимателями в республике проводятся впервые. Владельцы развлекательных заведений еще раз попросили внимательно следить за своими клиентами. В случае появления подозрительной молодежи сразу же сообщать в полицию.